или фок, мои друзья, все со мной и друг за друга мы горой. К центру земли и на дно океана приглашаем вас с собой. Вилли Фок 2. Пусть опасен будет путь, зато прекрасный мир откроет тайны нам свои. Ветер странствий нас зовет вперед к глубинам моря и земли. Мы в компании друзей отправимся скорей. По мотивам романов Жюля Верна. И в глубину морей. Путешествие к центру Земли и 20 тысяч лье под водой. Нас приключения не страшат, нас опасности сплотят, бесстрашным будь. Мы поднимаем паруса, где-то ждут нас чудеса, так смело в путь. Рига, Дон, и Тико с ним, и Роми тоже не забудь. Вместе, друзья, изборозди все моря за горизонты, мы сумеем заглянуть. Пусть опасен будет путь, зато прекрасный мир откроет тайны нам свои. Ветер странствий нас зовет вперед к глубинам моря и земли. Продюсеры Хосе Луис Родригес и Хосе Мануэль Иглесиас. Собирайся в путь в компании друзей. Ждет нас долгий путь. Режиссер Клаудио Бьерн-Бойд. Прогулка под водой. Разыскивая морское чудовище, мы внезапно попали на борт подводного корабля и стали его пленниками. Нед-гарпунер, которого похитили вместе с нами, думал только о побеге. Тем временем капитан Немо, будучи весьма самонадеянным человеком, продемонстрировал нам военную мощь своего Наутилуса. Нас против воли заперли на этом судне, а истинные намерения капитана оставались для нас загадкой. Пока мы находились на борту, у нас не было ни малейшей возможности связаться с журналистом Ральфом. Он вернулся в Нью-Йорк и уже не надеялся увидеть нас живыми. Вы уверены, что сделали все возможное для спасения мистера Фога и его друзей, капитан? Сожалею, что приходится говорить эти слова, но, боюсь, так и есть. 2 дня мы бороздили океан, но не обнаружили никаких следов. Я все же надеюсь, что они доплыли до острова. Если газ прав, то проходящий мимо корабль мог взять их на борт. Увы, у меня дурное предчувствие, что мы их больше не увидим. До свидания, капитан. Надеюсь, мы еще встретимся. Да, Ральф. Счастливо добраться до дома. Непременно, спасибо. Капитан Немо! Простите, капитан! У вас что-то важное, сержант? Не люблю, когда прерывают мою игру на органе. О, простите, капитан, это срочно. Но прошу вас, продолжайте. Спасибо за позволение. Я начинаю сомневаться, назначать ли вас старшим офицером на судне Наутилус. Вы можете повысить меня, когда захотите. К тому же, стать офицером — это мечта всей моей жизни, капитан. Всему свое время. Итак, сержант, что у вас за неотложное дело? Это насчет того обманщика. Должен напомнить, что он вор. Намекаете на Вилли Фога? Да, он все утро досаждал нам, настаивая на встрече с вами. Почему сержант так долго улаживает мое дело с капитаном? Я должен объяснить ему, что и понятия не имею, как эти слитки попали в мой саквояж. Дорогой, кто-то нарочно их тебе подложил. Но кто способен на такую низость? Пока рано кого-то обвинять, но у меня есть подозрение. О, Вилли, скажи капитану Немо. О, нет, дорогая. Когда я выясню, кто старается очернить меня, тогда и изложу капитану Немо свои догадки. Да, кто там? Капитан хочет видеть вас немедленно, мистер Вильфок.
К вам, мистер Фок, капитан Немо. А, мистер Фок, присаживайтесь. Сержант, вы свободны. Хотите побеседовать, мистер Фок? Да, хочу. Дело весьма деликатное, но я уверен, мы все уладим. Что бы ни сказал этот Фок, я оберну это в свою пользу. Посмотрите, что я обнаружил в своем саквояже, капитан. Золотые слитки, судя по всему, принадлежат вам. Мое золото. Как оно попало в ваш саквояж? Я не знаю, как оно туда попало, или точнее, кто его туда положил, но можете быть уверены, что я это выясню, капитан. Ища чего? Я ценю ваше прямодушие, мистер Фок. С этим необходимо разобраться. Согласен. Сейчас я положу золото на место. А вы весьма состоятельны, капитан Немо. Разумеется, мистер Фок. Кроме вас об этом никто не знает. Но я самый богатый житель этой планеты. У богатства есть свои преимущества. Часть своего состояния вы потратили на строительство этого подводного чудо-корабля, капитан? Все верно, мистер Фок. Скажу вам, что Наутилус строили в различных частях света, поэтому ни одна душа не знает о его существовании. Монтаж Наутилуса осуществляли на крохотном острове здесь, в Тихом океане. А затем его спустили на воду в величайшей секретности. И кажется, он засекречен до сих пор. Верно. И благодаря этому Наутилус пока существует. Ага. Но вы же не собираетесь держать нас здесь вечно? Посмотрите на подводный пейзаж, мистер Фок. Он впечатляет, не так ли? Да, это невероятно. Однако на эту красоту можно взглянуть и с другой стороны. Но, капитан, она завораживает. Я предоставляю вам возможность полюбоваться ею. В самом деле? Приглашаю на прогулку. На прогулку? Но куда, капитан? Вы не против прогуляться на досуге по морскому дну, а? С удовольствием. А нельзя ли принцессе Роме и профессору Аронаксу присоединиться к нам? Конечно, они составят нам компанию. Ты запомнишь эту прогулку, Фок? Она станет последней для тебя. Нет, Тико, не надо так сильно дуть. Аккуратнее. Я не понимаю. Послушай. Сложи губы вот так, и все получится. Видишь, Тико? Видишь? Аккуратнее. Я умею аккуратно свистеть. Сейчас я тебе покажу. Нет! Боже мой, не здесь! О, свистеть погромче. Тико. О, нет! Нет! А что за шум? На нас, наверное, напали. Всем готовиться к бою! Не волнуйтесь, профессор. Я найду отсюда выход. Мы обязательно удерем. Успокойся, Нед. Наберись терпения. Пусть они снимут охрану, и тогда мы попробуем бежать. А пока расслабься. Я не могу, профессор. Я стараюсь расшатать эту панель, но в ней сотни винтов. А может, даже тысячи. К тому же, какой смысл бежать с корабля? Мы окажемся одни посреди океана. Не согласен, профессор. Все, что угодно, но только не плену капитана Немо. Мы должны бежать. Боите? Добрый день, джентльмены. Я к вам, профессор. Капитан Немо приглашает вас на прогулку по морскому дну. Это просто прекрасно! Эти гидрокостюмы изготовлены по моей личной технологии. Думаете, он вам впору, принцесса? Уверена, что да. Спасибо, капитан Немо. Сержант, убедитесь, что баллоны заполнены воздухом. Прогулка будет долгой. Необходимо иметь достаточный запас.
Кстати, сержант, на борту Наутилуса предатель. Вилли Фок не крал золото. Вилли Фок, я лично позабочусь, чтобы вы не вернулись с этой прогулки. Профессор, смотрите внимательно. Возможно, что вы увидите путь к побегу, да? Единственное, чем я буду заниматься вне корабля, Нет, это обозревать растения и диковинных рыб. Будем надеяться, вам понравится. Мы должны спуститься в декомпрессионную камеру и встать на отводной люк. Есть, капитан! Пойдем со мной, Нет, ты мне поможешь. Нужно закрыть люк. Люк закрыт. Декомпрессия началась. Держитесь вместе. Переговорные устройства рассчитаны на короткую дистанцию. Ой, Вилли, смотри, какая смешная рыбка. Эта смешная рыбка называется морской конек, дорогая. Плывите сюда. Здесь гораздо интереснее. Хотите осмотреть его, профессор? Ну, разумеется. Плывите за мной, я покажу. А ты бы не хотела осмотреть палубы этого корабля? Не знаю, Вилли, мне немного страшно. Тогда мы останемся здесь и подробнее ознакомимся с подводным миром и его обитателями. Смотри, гигантский осьминог! Что? А? Назад, принцесса, я отвлеку его внимание! Дорогой, держись подальше от его щупальцев! Капитан, на нас напал гигантский осьминог! Спасибо, что спасли мне жизнь, капитан Немо. Хорошо, что вы захватили с собой гарпун. Кажется, оно способно разряжать электрический импульс. Я прав? Да, мистер Фок, это тоже мое изобретение. Оно незаменимо при встрече с морскими хищниками. Интересно, никогда раньше не видел такого растения. Сделай что-нибудь, Вилли, он в опасности. Назад. Дорогая, я иду ему на выручку. Капитан Немо, быстрее. Без паники. Не надо, мистер Фок, я сам. А вы оставайтесь с принцессой. Но, капитан, подождите, ваш чудо-гарпун разряжен. Не бойтесь, мистер Фок. Нет такой твари, которую я не сумел бы победить. А? Убирайся. Видите, мистер Фок, она поняла, что у нее достойный соперник. Капитан спятил. Я бы не стал с ней связываться. Бет, кажется, капитану нужна помощь. Дайте мне свой гарпун, я помогу ему. Сержант, гарпун, скорее! Не стойте здесь! Получи, чудовище!
Мне нужна была ваша помощь, сержант. Почему мне помог мистер Фок, а не вы? Вы спасли мне жизнь, капитан. Я с удовольствием помог спасти вашу. О, Вилли, дорогой, как же я испугалась. Смотрите, красный коралл растет только в этой части океана. Какая необычная рыба. Никогда не видел ничего подобного. Просто невероятно. Принцесса! О, она меня не слышит. Она отплыла слишком далеко. Не могу дышать. Как видите, подводный мир поистине поражает воображение. Кажется, мистер Фок не изъявляет желания любоваться этими красотами. Как жаль. Не могу дышать. Вы уже видели морских ежей, профессор? Живых особей не видел. Это просто невероятно. Посмотрите на этих улиток, принцесса. О, Пэт, это замечательно. А где мистер Фок? О, нет. Без паники, мистер Фок. Почему капитан Немо плывет к Вилли? Похоже, мой муж попал в беду, профессор. Что случилось? Капитан уже рядом, все будет хорошо. Капитан испортит мой план. Он спасет Вилли Фока. Что такое, мистер Фок? В чем дело? А, утечка кислорода. Мистер Фок, вы себя хорошо чувствуете? Уже да. Благодарю вас, профессор. Продолжим нашу экскурсию. Нет, запасы воздуха на исходе. Мы должны вернуться на Наутилус. Время вышло. За мной. О, но мы пробыли здесь совсем недолго. Профессор, мы плаваем уже больше 2 часов. Спасибо, что показал мне, как работает декомпрессионная камера. Мне было интересно узнать, как ныряльщики покидают Наутилус. Перестань, Нед! Выброси из головы эти глупости! Отсюда невозможно бежать! Капитан Немо поставил в этой части корабля усиленную охрану. Даже сейчас? Нед! Я заметил неисправность в камере погружения! Мы должны исправить поломку до их возвращения на борт! Если промедлим, у них может кончиться кислород. Что же делать? Не волнуйся, я устраню эту поломку вовремя. Запомни, гарпунер Нед не бросает своих товарищей в беде. Ясно? Ясно. Я выпрямлю ее раньше, чем ты скомандуешь. Соединить основную скобу. Почти готово, мой друг. Еще одно усилие. А? Нет, они возвращаются. Торопись, Нед! Почти готово. Вот так. Получилось, Нед, камера заполняется. Я же обещал, что все исправлю, верно? Затопи камеру еще раз, Оливер. Мистер Фок и Пэт должны подняться на борт. Есть, сэр! Закрывай.
капитан Немо, пока вас не было, я заметил неисправность в одной из секций камеры погружения, и наш друг Нед ее устранил. Прекрасно, Нед. Наутилус нуждается в таких матросах, как ты. О, это невероятно! Вилли снова в опасности! В чем дело? Этот негодяй пытается ударить мистера Фога ножом. Капитан Немо, сделайте что-нибудь. Спасите моего мужа. Мерзавец, он хочет убить мистера Фога. Дайте мне с ним расправиться. Я из него рулет сделаю. Быстрее, заполни камеру водой. Это его единственный шанс. Сию минуту, капитан. Скорее! Принцесса Роми, мы делаем все возможное. Этот подлец будет наказан, а ваш муж спасен. Он пытается бежать. Моему мужу нечем дышать, капитан. Не бойтесь, принцесса. Внимание всем постам. Открыть люк. Скорее. Поднажмем. Готово. Надеюсь, мы успеем спасти его. Мистер Фок. Как вы себя чувствуете? Мне следует извиниться перед вами. В моей жизни было много интересных прогулок, но ни одна из них не оказывалась столь драматичной. О, Вилли, дорогой, ты не ранен? Все в порядке, дорогая. Несколько царапин и больше ничего, уверяю тебя. Браво, мистер Фок! Тебя посадят под арест по обвинению в воровстве и попытке убийства. Тебя будут судить по законам нашего подводного судна. Отвести его вниз и запереть до дальнейших указаний. О, мандио, тико, уже 5 часов. Быстрее не могу. Ты что? Мистер Фок всегда пьет чай ровно в 5, поторопись. Это самый необычный меню из всех, Ригадон. Месье Фок, добрый день. Я принес ваш любимый чай. Спасибо, Ригадон. Прекрасная идея. Сейчас чашка горячего чая. Это именно то, что мне нужно. Ага, а вот что приготовил Ригадон на ужин. Сомневаюсь, что кто-нибудь будет есть эту гадость. Так что у китов целый месяц будет кулинарный праздник. Это правильно, сбалансированная диета. Суп из медуз хорош для тебя, а вот медузы тебя не поймут. Какие еще испытания ждут нас на борту Наутилуса? В следующей серии мой маленький друг Тико отправится в непредвиденное плавание с сержантом Пэтом и встретится там с весьма недружелюбными островитянами. Его ждет знакомство с одной очаровательной особой. О, мондио, удастся ли нам сбежать от буйных туземцев? Кстати, они совершенно не боятся грозного Наутилуса.